Я знал, что вам Тесс понравится. За Тесс и двор. Вижу, тебе скучно, переходи в Loop Hero. Там веселуха. О, 400 лайков. Во. И веселье в гору пошло. Да есть прям веселые герои. А есть пипец, сколько смертные, блин. Вот Юдора веселая. В левел идем. Вот Юдора веселая. Серакрон норм. Страж лесу мне нравится. И Шарадж. Кстати, возможно, сейчас и Шарадж нотбэт. Капелька, обилка, мороз. Не, ну это плохой ролл. Плохой. А почему всего лишь 400 лайков, а не 600-700? Это вопрос. Интересный, конечно. И что, мне Rush таверну теперь с таким роллом? Ну это ужасный ролл. Ну я-то могу камбэкнуть, да, так что мне, наверное, пофиг. Наверное, мне пофиг. Я могу со своей обилки камбэкнуть. За сколько? Новый взял хоть? Новый взял. Альмеру продал, продал за 155. Нормально, ничья. Новая, да, у меня Шевроле Каптива. Я ее еще в декабре купил. В итоге там взять нечего, да? Блин, какой шут. Вот это можешь взять. Чтобы, так сказать, ко всему быть готовым. Груф, ты тот еще прикол, нам веселья хватает. Сейчас будем собирать что-то. Урожай. Урожай триплетов. Есть что вообще у нее спереть? Ну, допустим, Мурлока-Мурлока, ну это такое. Боже, карты. А, какие карты. Дуплет надо брать, наверное. Получается, демон Мурлок. Что, не хочу у него воровать. Может, просто в левел пойдем? Не вижу смысла оставаться здесь с такими роллами. Что тут можно украсть? Как что-то красть нечего. Ничего ни у кого нет, чего можно было бы украсть. Это две бомбы. Хорошо. Вот это норм. Ты стримишь по расписанию или по желанию? В основном по расписанию. По расписанию своего желания, так сказать. Да не, по расписанию. Ну, где-то почти каждый день. Кроме воскресенья, понедельника. С четырех по Москве. Вот это можно продать, как бы, дуплет. Дуплет не хочу, наверное, выбрасывать. То, может быть, у кого-то найдется он. Опа! Впереди копы. Бомба могла быть в триплет, кстати. Ничья.
У нас есть дракон, мурлок. Ну, в принципе, как полетит, собственно. Хорошо, если сюда. Бритва смерть, Митракс. Ты кто, мехи? Митракс. Два типа. Бритва смерть, три дракона. То есть это получает плюс 2 плюс 4, это получается плюс 3 плюс 3. Ну, как бы достаточно ранний дракоша. Плюс можно будет к нему доставить. Хотя Митракс прямо сейчас будет достаточно сильный. Плюс мы не будем затачиваться в драконов. Ну ладно, Митракс. Митракс, наверное, подходит нам больше. Не хочу это фризить. Опа-на! Второй Митракс. Дед Илья, спасибо за 50. Спасибо, дед. Дед, живи 100 лет. Можешь выбрать следующего героя. Блин, больно, конечно. Пятнашечка, на мне! Будем я отсюда искать мехи. Два Митракса — это хорошо, конечно. В это будем выходить вообще? Дракона раскачивать. В принципе, дракон не особо нужен. Я, наверное, демона возьму, чтобы больше было этих тиков на Митраксах. Если для восьмого мы должны быть сильные. С двумя Митраксами. Да ну. Дракон хорош. Плохой дар. В яд. Черт. Сбы рыцаря. А на кой тут рыцарь? Я могу, в принципе, этих трескучек прокрутить, взять буйного элементаля. Вообще хотел с Баргуса, да. Ролл интересный, но... Вот это интересный ролл. Триплет Митракса. Привет, Митракс, это хорошо. Как работает новый Тетринит? Плохо. Вылет, да какой вылет? 99,8%. Нет, в 99,8 сложно не попасть.
дракона. Номи. Крошера, наверное, надо брать. Крошер это мех. Да и тут еще один крошер. Буря в таверне, ну. Вау. Ну, мы можем либо крошера взять. Либо еще одного, либо взять демона, чтобы этот лучше качался. А что качаем? Наверное, трескучего против драконов. Какой рыцарь, ребят, у меня Митракс на столе. Рыцарь, для рыцаря уже поздно. О, Бран-адаптозавр. Это прям мое-мое. Еще и дракон. Блин. Это Шрек подкручивает? Ну тогда не будем его включать. О-о-о. Реально Шрек крутит, собака. Чем будем закрываться? Смешанные существа. Да я вот думаю вместо Брана либо демона взять. Пол клевый. Ты кто вообще? Какие-то смешанные. Может дракоша дадим бафов? Он какой-то вялый. Бран вернулся. Снова Митракс! Это будет сборка на Митраксах. Чувствую. А, спасибо, дед Илья. Давай следующую. Слушай. От винта. От свинта. Есть Брану. Кроме Брана тут брать нечего. Закрываться будем иконкой. Можем Митраксом закрыться. Вот это крутануть. Или вот этим.
Ай! Че делают? Я что-то подумал, он мех, надо поставить что-то мелкое вперед. Потом подумал, что, блин, это же разбафается. Ну так бабл в пустоту. Надо было вот это ставить вперед против него. Хорош, да. Хорош. Но не украсть только дракона можно. Дракон яйцо. Против меха вот это вперед надо ставить. Только смело. Минус Митрекс или минус Мажордом? Так-то я могу добавить ржавого, и вот этот тоже будет сильнее качаться. Мажордом сильный. Может, минус Мурлок, потому что это два меха осталось. Яды против мехов не особо нужны. Еще одного Митрекса. Митрекс сборка. Ну яд, видишь, какой бестолковый вы. Потому что в самолете все зависит от винта. Гулю. Эндер бесполезный. Я брать не могу. Вешать сюда нет смысла. Демоном закрываться вот против мехов это эффективно. Жардом вернулся. По идее, нас должен вытаскивать один Митрекс в Солямбу. Да, 98,3. Ну, есть как бы полторашечка, как бы. Ну. Должны прекрасно понимать, что полторашечка это маловероятно. Ой-ой-ой-ой-ой, не, все, это победа. Давай катку на YouTube, тест на Шреках. Вот правильно было что взять, получается, Митрекса. Вот самый правильный плейбол. Очень много Митрексов в игре было. Неплохо. Лайк, подписка, коммент. Солямбург будет сейчас. О, 106.